Широчайший ассортимент сборных масштабных моделей и всевозможных дополнений для создания конверсии диорам от знаменитых мировых производителей, а также модельная химия и инструменты для моделистов. Все это вы можете приобрести по разумным ценам в магазине «Русский масштаб». «Русский масштаб» – самый большой ассортимент в России. Новинки каждый день. Здесь вы можете найти то, что не купите больше нигде. Ссылка на магазин в описании к видео. Привет, дорогие друзья! Специально для канала «Коробочка ТВ» ролик по просьбе подписчика. Не могу сказать подписчиков, потому что человек поинтересовался, как же я храню свои модели. Я думаю, у многих такой вопрос возникает, тем более живем мы многие в таких обычных условиях, в принципе, как и я. Обычная комната. И сейчас я покажу, как я храню свои модели. Заодно посмотрим обновление, что произошло у меня за эти дни с моделями, которыми я занимался. Начнем с того, где хранятся мои диорамы, которых не так уже много, в принципе, но вот в загашнике, старый загашник, и здесь выделена полка под них, накрыто покрывало вот таким обычным. Сейчас я сниму и демонтирую вам. Вот так вот. Сейчас я вам продемонстрирую. То есть тем самым я добился того, что они не пылятся и в принципе не мешают. Ну, помимо диорам, тут есть еще и обычные модели, просто виньетки старые. Вот таким образом они хранятся. На первом этаже, значит, у нас королевский тигр от Такома с потрохами. Фердинанд, но недавно вы видели ролик на канале. Сушка, по-моему, 85-я, по-моему, если не ошибаюсь. И Ахиллес, по-моему, Ахиллес, да, британская ПТХ. Вот они тоже здесь стоят. Здесь у меня пошел слепой масштаб. Немного моделей, да? Так смотришь, на самом деле не так уж и много моделей. Здесь еще модели, над которыми ведутся работы. Вот уже нанесены декали. Если кто помнит, да, они просто были покрашены. Сейчас уже декали привалил на их тигр и на фонар. Вот так они у меня и хранятся, в принципе. Здесь тоже какая-то старая модель стоит. Я просто взял тумбочку от кухни, от старой кухни, взял более-менее приличную тумбочку и часть вот этого барахла модельного, которое было вот в этой тумбочке, получается, переехала сюда, соответственно, у меня высвободилось место. И пока модели буду ставить туда. Также вот здесь у меня модели находятся. Здесь я планирую небольшой апгрейдинг сделать этому пеналу, шкафу, потому что это не запланировано, под модели был этот уголок, это уголок школьника вообще, поэтому я хочу установить здесь еще полки, дополнительные полки, я их установлю, и будет места еще больше. Соответственно, вот так вот я их храню, выкручиваюсь как могу, в общем, из положения. Так, что я хотел вам еще показать, что происходит. Какие изменения произошли с моделями. Вот сейчас на данном этапе я работаю с моделью бумеранга, БМП бумеранг. Вот нанес базовый слой и осколки камуфлирования. Вот так вот. Сейчас выглядит. Еще нужно одни осколки нанести, такие черные. Да? Ой, не черные, вру вам, это такого шоколадного цвета еще идут. Осколки. И все, в принципе, будет завершена. Покраска. Такие основные покрасочные работы. Это по бумерангу у нас.
А это у нас армата. Вот я тоже наношу маски, готовлюсь. Нанесению полос камуфляжа тоже решил. Может быть, такого камуфляжа и не было. Я вообще вот этот взял. С БМП получается. Вот этот получается камуфляжик. И будут такие полосы тоже вот. Серо-голубые. Черные, думаю, будет симпатично смотреться. Захотелось вот что-то какого-то разнообразия. Решил опять же отработать тоже моменты нанесения, камуфлирования. Вот. С осколками с ними поработал, в принципе. Не так уже плохо получилось, как и ожидал. Просто, ну, рельеф у модели, да, сложный, поэтому вот с масками приходится исхитряться. Там где-то, конечно, и не получилось, где-то там немножко запылило. Ну, думаю, там везерингом уже там или другими пятнами камуфляжа, осколками, с кровью там некоторые нюансики вот эти неприятные. Так что вот такие вот дела у нас происходят. Надеюсь, удовлетворил. Внимание, а вот еще хочу показать. В принципе, тут еще есть ящик. Где-то у меня тут это краски у меня там. Ну-ка, свет. Вот, получается, тут у меня некоторые модельки, которые еще пока не знаю, что с ними делать. Это не я собирал, товарищ. Вот. С флотом я еще не работал. Это тем более масштаб такой очень мелкий. Лучше бы, может быть, на какую-то диораму их поместить. Ну, такая мысль крутится, но на все времени не хватает просто. Быт, все такое. Вот такие дела. Творческий беспорядок. Модели, которыми непосредственно работаю. Сегодня продолжу. На момент съемки воскресенья. Вот, собираюсь закончить, донести сюда. Повторюсь. Ага, вот у меня тут даже что-то отвалилось. Ну, ничего, приклеим. Ладно, подписывайся на канал, поддерживай лайком. Всем всего доброго.